Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Бахтияр, полузащитник команды Удинезе. Поздравляю вас и вашу команду с победой, более чем убедительная. Расскажите, пожалуйста, благодаря чему так получилось, благодаря чему такой результат? Уже постепенно начинаем сыгрываться, команда более или менее новая, но постепенно игра приходит, все лучше и лучше начинаем играть. Поэтому уже результат другой. Кого можете выделить в своей команде? Нападающего Федоревского Александра. Ну, себя, конечно. И Ростислав Романенко тоже отлично играет. Вратарь отстоял на сухую. Вратарь на сухую молодец сегодня, никаких вопросов не было. И по судейству что можете сказать? Отлично отсудил судья. Мне нравится очень, как он судит постоянно. Вот, только бы он и судил. Претензий нет, да? Претензий вообще нет. Я понял. Еще раз поздравляю, спасибо и удачи в следующих матчах. Да нет, спасибо.